В общем, заморочился я перенести видео куда-то. Думал, когда и куда их перенести. Там в облако или это самое. Потом подумал, давно собирался YouTube свой поднять. Ну и начал эту тему изучать, скажем так. Дело, в принципе, довольно простое. Тем более, что документация реально написана человеком, который писал для себя по-простому. Да? Это очень радует. Потому что обычно пишут вообще непонятно что. Если взять руководство, здесь, в принципе, все понятно. То есть, что делаем? Да? Для того, чтобы смонтировать, сначала переходим по ссылке, устанавливаем две зависимости. После этого создаем пользователя. Создаем его пароль. Убедитесь, что понятно, здесь права под Nix есть. Ну, то есть в этой папке именно Peertube. Ну, проверено, да. Дальше. Создаем базу данных, вводим пароль от базы данных. Создаем шаблон. Ну, как обычно. Вот. Дальше. Так. Включаем расширение специально под Peertube в базе данных. После этого подготавливаем каталог. Создаем папки. Даем права 750. Вот. Так, загружаем Peertube. Устанавливаем его. Дальше копируем конфигурацию. Но если она готова есть, то ее тупо закидываешь. Ну, вообще копируем. Теперь скопируем конфигурацию. А, ну это...